и его друзья. Поймай зеленое семечко. Ребята, смотрите, пеликаны! У пеликанов большие клювы для того, чтобы переносить рыбу. О, ребята, посмотрите на того. У него кривой клюв, он так похож на старичка. Уродец. Моя голова. И все из-за этого мелкого пеликана. Получи! Руди, ты в порядке? Ой, там зеленое семечко. Где? Где? Да вон там! Руди, забери его скорее! А? Где же? Где зеленое семечко? А, вот же оно! Сейчас я его подберу, Ай! Ты что? Да ты что, пеликан? Ты что? Семечко. Ребята, я не смог забрать его из-за пеликана. Не смог? Этот пеликан меня клюнул, и наше зеленое семечко упало в океан. Что, что? Что за ерунда? Я не шучу. Пеликан правда меня клюнул. Он правда меня клюнул. Ты что, мне не веришь, да? Пожалуйста, не ссорьтесь. Наше зеленое семечко упало вниз на камни. Это хорошо. Что делать? Что же нам делать? Вдруг оно упадет в море? Это хорошо? Интересно, чего тут хорошего? Как ты его оттуда достанешь? Ага, ребята, у меня есть интересная идея. Закончено. Эта штука поможет нам достать семечко. Тима, 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 Тима,
Дело в том, что это не совсем обычная удочка. Посмотрите-ка. Я же говорил, что это необычная удочка. Теперь можно и не волноваться. Просто не можешь не выпендриваться, да? Ой-ой! Ой-ой-ой! Руди, скорее ее вытаскивай! Хорошо! Ничего, я все равно поймаю эту рыбу и отберу зеленое семечко. Не пойму, почему эта рыба возвращается. В этот раз она не уйдет. Смотрите, семечко у меня! Ты молодец, Руди! Ребята, смотрите, там! Руди, берегись! Это кит! Руди! Так вот, как выглядит желудок кита изнутри. О, зеленое семечко у меня. Ну, конечно же, все из-за этого дурацкого пеликана. Как же мне выбраться отсюда? Да что, если я не выберусь? Ай-яй-яй-яй-яй. Я больше никогда не увижу своих друзей. Нет, нет, нет. Не паникуй, Руди. Из этой ситуации обязательно должен быть выход. Может быть, в моей энциклопедии что-то есть. Кит поглощает воду, отфильтровывая из нее пищу, потом выпускает воду. Ага, мне нужно выбраться, когда этот кит выпустит воду. Интересно, вот только когда это будет? Простите, господин кит, вы не выпустите меня? Вы слышите? Выпустите! Мне нужно наружу! Выпустите меня! Выпускайте, выпускайте, мне нужно наружу! Выпускайте, выпускайте, мне нужно наружу! Выпускайте, выпускайте, мне нужно наружу! Простите, но мне нужно наружу! Я не прекращу прыгать, пока вы не выпустите меня! Жадина, и отдай сейчас же мне наше семечко. Отдай! Ой! Что же делать? Опять тот пеликан! А может, мы поможем Руди? Помогите мне! Ты уже сдаешься, пеликан? Ты не вздумай бросить меня на середине моря! Руди!
Вам это не понравится, но пеликан проглотил наше семечко. Это не важно, хотя это было довольно опасно. Но, ребята, я готов на все, чтобы вернуть все наши зеленые семечки. Ну вот, он опять начинает. О, знаете, ребята, мне было бы намного легче, если бы не этот пеликан. Друзья, думаю, пеликан хочет что-то нам сказать. О. Что он говорит? Знаете, друзья, дело в том, что нашего пеликана все задирает из-за его маленького клюва. Он ловит меньше всех рыбы и всегда голодный. Другие пеликаны ему совсем не помогают. Бедняжка. Пеликан, вот почему ты такой уставший. Пеликан невероятно расстроен, потому что Руди смеялся над ним и выбросил его рыбу в море. Ах, вот как. Ребята, но ведь я совсем не хотел его обидеть. Ну ладно, Пами, я сделаю для пеликана кое-что в качестве своих извинений. Хорошая идея! Руди, это должно быть что-то хорошее. С ним никогда не знаешь. Та-дам! Внимание, шейная корзина, Руди! Вот так. С этой корзиной поймаешь столько же рыбы, сколько твои друзья. Просто кидай рыбу туда, проблема решена, ты никогда не будешь голодным. О, здорово выглядит! Изобретение Руди самые лучшие! Итак, ребята, мы нашли, что искали, и теперь нам пора. Ого, кажется,